Акция «Безопасные зимние дороги» прошла в городе Новошахтинске под руководством инспектора по пропаганде дорожного движения отдела ГИБДД по городу Новошахтинску Дмитрия Викторовича Сидорова. На территории области проводятся безопасные зимние дороги, а также дополнительные меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Сегодня мы нашими акциями и мероприятиями уделяем внимание по правилам перевозки детей и пассажиров, а также выявляем грубые нарушения правил дорожного движения. Всех участников дорожного движения призываем к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. В рамках данной акции учениками школы номер 20 были написаны письма водителям. В них ребята напомнили о правилах дорожного движения и безопасного вождения, а также добавили пожелания от себя. Ответственно подойдя к мероприятию, ребята, передавая письма водителям, давали наставления лично. Вам, водитель, хочу я крикнуть: сохраните завтрашний народ планеты. Дорогой водитель, умейте это письмо. И будьте вежливы на дороге, ведь нас вас ждут дома. Давайте. Хотите ли вы, не хотите ли? Но дело, товарищи, в том, что вы на дороге водители, а все остальное потом. Потом бизнес-леди и супермены, рюлисты, аутисты, врачи и спортсмены. Но прежде всего вы водители, а все остальное потом. Наш отряд ВИП, друзья дороги, приветствует вас! Пешеходы, водители, гости нашего праздника. Сегодня мы вас приветствуем и проводим акцию «Безопасные зимние дороги». Уважаемые участники, призываем всем к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. На улицах много машин и людей, торопятся все на работу скорее, а жить человеку дается одна. И нет ли дороже для нас, чем она? Водите, прошу я, внимательный будь. Во время езды про людей не забудь. На тормоз нажми, а потом посигналь. И всем пешеходам дорогу туда. Запомни, водитель, действуй своих, зависит судьба пешеходов других. Будьте обратно, когда возле школы, возле садика, возле детских садов. Притормаживайте, если видите знак «дети», то притормаживайте. Соблюдайте правила дорожного движения. Не забывайте пристегнуться ремнем безопасности сами и обезопасить своих детей. Пристегнуйте вас от веса. Будьте внимательны, я скажу, что на дороге могут оказаться маленькие дети. В итоге остались довольны все. И ребята, чувствующие свою значимость в проводимой работе, и водители, которым подобная профилактическая работа поднимала настроение.